Intel интегрирует в процессоры Meteor Lake блоки для искусственного интеллекта. Nvidia представила новую технологию ACE для создания продвинутых NPC в играх. В СНГ стартовали продажи нового ZenBook S13 OLED. Opera представила встроенный в браузер искусственный интеллект Aria. Всем привет, друзья! С вами Яр Качер, это Asus Live, новости IT, технологий, железа и, конечно же, самая актуальная и свежая информация про наши инновационные продукты. Всем приятного просмотра, погнали! На выставке Computex 2023 компания Intel поведала новые данные о своем новом VPU-компоненте, который дебютирует в процессорах Meteor Lake. Представители компании довольно детально рассказали о процессе создания экосистемы на базе искусственного интеллекта для предстоящих чипов Meteor Lake. Например, компания Intel планирует выпустить процессоры Meteor Lake и использовать смешанную конструкцию на основе чиплетов, использующую технологии Intel и TSMC в одном пакете. Релиз нового поколения процессоров намечен на текущий год. Чипы сначала появятся в ноутбуках с акцентом на энергоэффективность и производительность в локальных нагрузках с искусственным интеллектом, а после чего новинки также появятся на настольных компьютерах. Стоит отметить, что компании Apple и AMD уже продвинулись вперед с мощными ускорителями искусственного интеллекта, встроенными прямо в их процессоры. И Microsoft занялась расширением возможностей Windows с помощью специализированных процессоров на базе искусственного интеллекта. Соответственно, компания Intel решила не отставать и интегрировала в будущие процессоры модули для работы с искусственным интеллектом. Кроме того, Intel представила несколько новых рендеров чипов Meteor Lake. Эти камни будут передовыми моделями, использующими технологии процесс Intel 4 и несколько чиплетов, изготовленных на процессах M5 и N6 TSMC. Вероятно, это положительно скажется на производительности и энергоэффективности новинок. Nvidia представила Avatar Cloud Engine, технологию, позволяющую разработчикам создавать собственные AI-модели, которые позволяют генерировать для NPC более естественную речь, голос, а также движение. В ролике демонстрируется Nvidia ACE, технология, направленная на моделирование интеллектуальных персонажей с помощью генеративного искусственного интеллекта. Созданный в сотрудничестве с Conway, ролик показывает, как игрок может разговаривать с NPC по имени Джин, включая распознавание речи, симуляцию речи, переход от звука к лицу и так далее, чтобы провести незаписанный разговор. Сцена в магазине рамена отображается с использованием технологий RTX и DLSS 3.0 от Nvidia. Друзья, у меня для вас отличная новость. 31 мая в СНГ стартовали продажи нашего ультратонкого и ультралегкого ноутбука ZenBook S13 OLED. Это изящный аксессуар для современной мобильной жизни. Специалисты Asus проделали большую работу, чтобы снизить вес этого ноутбука до 1 кг, а толщину уменьшить до 1 см. Все компоненты максимально эффективно используют доступное пространство корпуса, изготовленного на высокоточном фрезерном станке. В данном ноутбуке специалисты Asus впервые применили особый производственный процесс, чтобы из алюминия получить алюмооксидную керамику. При этом используется лишь вода, без каких-либо органических веществ, сильных кислот или тяжелых металлов. Результатом является красивая отделка с повышенной износостойкостью, коррозионной устойчивостью и прочностью. Мы стремимся уменьшить углеродный след путем применения переработанных материалов и экологичной упаковки. Кроме того, ZenBook S13 OLED потребляет мало электричества. Его энергоэффективность на 43% выше, чем требуется стандартом Energy Star. Все эти шаги ведут Asus к глобальной цели – достижению углеродной нейтральности. А еще мы подготовили для вас розыгрыш ноутбука ZenBook S13 OLED и фирменных призов от Asus. Вас ждут 3 уровня мини-игры, на которых вы поможете природе, рассортируете мусор и соберете легкий и мощный OLED-ноутбук. Каждую неделю мы будем разыгрывать по 3 набора сувениров Asus в уникальном эко-дизайне, состоящих из фирменной толстовки, термокружки и сумки шопера. А финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире, где мы разыграем не только замечательные сувениры от Asus, но и главный приз – новый ноутбук Asus ZenBook S13 OLED. Принять участие в игре можно с 31 мая по 27 июня 2023 года. Более подробную информацию вы можете узнать на сайте eco-zenbook.com. Компания Opera Software анонсировала новый браузерный искусственный интеллект под названием
Ария. Ария позволяет раскрыть ваш творческий и рабочий потенциал с помощью искусственного интеллекта. Ария подключается к языковому модулю GPT от OpenAI с помощью собственной инфраструктуры Compositor и предлагает дополнительные возможности, например, вывод живых результатов с веб-страниц. Ария — эксперт в области интернета и браузера. Вы можете взаимодействовать с искусственным интеллектом при поиске информации в интернете, генерации текста или кода, а также при получении ответов на ваши вопросы о продукте. Например, в случае поддержки клиентов, Ария, знакомая со всей базой данных документации поддержки, может использовать текущие знания компании для ответа на ваши вопросы. Инфраструктура Compositor от Opera легко расширяема. Compositor позволяет Ария подключаться к нескольким моделям искусственного интеллекта и расширяться путем интеграции дополнительных возможностей, таких как сервисы поиска от партнеров Opera. Все это будет объединено в инновационный пользовательский опыт. Текущая форма Ария в виде чат-интерфейса является первым этапом проекта. Интеграция сервиса будет улучшена в следующих версиях браузера. Конечная цель — глубокая интеграция в браузер, чтобы помочь пользователям выполнять задачи между несколькими браузерами. На сегодня это все, я с вами не прощаюсь. Говорю до новых встреч, спасибо за просмотр, с вами был Яркачер, это Asus Live. Следите за нашими новостями, будьте с нами. Пока!